9% подъема.
после того, как выехали с Попровода, уже домой 5 километров добрать бы. Хотя до Попровода я уже все, меня накрыло от парашюта с этим самым. Да. Не знаю, насколько физически, но морально.
месте подождем. Спускать пластиковый пакет и как эти водовозы под футболку просто, и так и везде.
сюда хотел бы пешочком прийти погулять. Не, ну не сегодня, а там как-нибудь в Высокие Татры выбраться в пеший туризм. Ну да, сюда можно приезжать на много дней. Это, знаешь, такой больше разведка боя. Ага. Доехать сюда именно на велах. Без машин там все-таки походится. А это тут же Пугач есть. Что? Кто? В Попраде или в Кошице вроде есть международный. Thank you.
себе моментальный градиент на экран. Моментальный градиент не ставил на экран? Моментальный градиент не ставил на экран?
километра. Слышал слово «пообедать» и меня сразу... Поставить.
поставил по фотку.
Ні, ми там ще фоткати будемо.
спереди, ну, там, где мы сейчас возле, вот там на пяточке разворачивались, там надо вверх взять.